Где сильный свет, там и тень. Сынок, у тебя есть родители? Что ты делаешь здесь, в этом состоянии? Подписывай договор. Пожалуйста, дайте мне один шанс. Это модельное агентство. А не место для дешевок. Но те фотки были только у тебя. Ты меня обвиняешь? А? Только можно называть пампушкой? Когда я тебя вижу, хочется так говорить. Иди, а! Ой. Что хотел? Оставь меня в покое, не хочу с тобой разговаривать. А если я хочу? Есть же девушки, которые были с тобой в объятиях. Иди и общайся с ними, а не со мной. Давай вечером поговорим. Я тебе все объясню, Самира. Не хочу! Тогда я приду к тебе. Увидимся вечером. Ты кем себя возомнил? Эй! Алло! Господи! А если он придет? Хорошо, сынок, сейчас посмотрю, хорошо. Ой! Ой! Господи! Куда же пошел этот парень? Ой! Самира, прекрати уже. Это было всего лишь фото. Ты же не будешь верить всему, что тебе показывают? Ты пришел только, чтобы сказать это? Давай помиримся. Посмотри на меня. Я только тебя люблю. Больше не будет такого. Обещаю. Ты что, думаешь, что я помирюсь? Я до сих пор не могу прийти в себя. Я уже не могу переносить твои манеры. Послушай, хватит уже убегать от меня. Ты вообще о чем? Ты что, считаешь меня дурой? А? Иди и показывай этот театр другим девушкам. Больше не беспокой меня.
Эй, послушай, ты кто такая, а? Ты просто обычная модель. Послушай, какая разница между тобой и этими девушками, а? Я могу найти сотни девушек, похожих на тебя. Не выпендривайся передо мной. Послушай! Да иди ты! Дурак! Здравствуйте, бабушка. А, книжку читаете? Да. Посмотри. Тут очень красивый стих написан про терпение женщин. Это самое... Рамзеден. Да, бабушка. Где ходит этот бедный парень? В таком состоянии. Куда он собрался? Как он мог убежать, а? Да, не говорите, бабушка. А я еще помог этому дураку. Ну, знаешь... Если разобраться, он похож на очень хорошего, доброго парня. Я где-то его видела. Бабушка? Ты что, смеешься? Сынок. Вы такая интересная. Или среди преступников у вас есть знакомый? Не бойтесь, рассказывайте. Ну что ты, не говори так. Ну уж твои шуточки. Да о чем ты, сынок? Так странно шутишь? Мне уже не по себе становится. Ну вы же сами сказали, что где-то его видели. Да нет. Где-то я видела. Может быть, я ошиблась, не знаю. Пойдем лучше вместе чай попьем. Поговорим. Хорошо, бабушка. На плечах вас потащить? Да нет же. У меня еще есть сила на ногах. Идемте. Слава богу. Сестра? Сестра? Сестра, открой дверь! Сестра! Сестра? Кто вы такой? Что тебе нужно? Это наш дом. Иди подальше отсюда. Это мой дом? Что вы здесь делаете? Этот дом купил я. Пошла отсюда. Что? Этот дом достался мне от пошла, матери. Пошла, пошла. Сестра! 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 Сестра, откройте дверь, пожалуйста. Алло. Азиза, как ты? Ази, почему молчишь? Все хорошо? Что с тобой? Эй, Пампушка, говори ты уже. Ой, почему? А твой дом? Что? Не понял. А, где ты сейчас? Скажи адрес своего дома, сейчас приеду. Ага, хорошо, сейчас. В чем дело?
чем дело? Все нормально. Вам нужна помощь? Нет. Бинт есть? Есть, есть. А спирт? Тоже есть? Давай. Быстрее. Давай быстрее. Вот. Спасибо. Ну что? Говори. Вы же сказали, что дома никого не будет. Вся семья была дома. Бедная девочка. Убил ее? Нет, нет. Она испугалась, когда увидела отца. Тряпка. Послушай, нашей работе должна быть немного жестокость. Наша работа не из легких. Если останется, то останется только одна сирота. С этим жизнь не изменится. Вам-то говорить легко. Надеюсь... Она не мертва. Да не умерла! Все, поехали! Все! Пусть будет жива. Пусть будет жива. Нет. Пусть будет жива! Сегодня был тяжелый день. Что? Ха, вообще-то ты в первый раз работаешь полный день. Еще говоришь, что устал. Ну, ты не знаешь. Кто подумает, что я занимаюсь одним делом? А что? А кто подумает, что весь этот бизнес из Германии ведет папа? Как будто бы все проблемы мира на твоих плечах. Хорошо вам сидится, парнишки? Приятного аппетита! Хорошо сидится, сядь, богатенький. Я думал, что ты только деньги крупными кусками глотаешь, а оказывается и еду так. Вы кто такие? Шахри, кто они? Не вмешивайся, узкий! Эй! Ну, поговорим? Слышал, что у мужика только одно обещание. Я не убегал. Сейчас достану. Только поедем домой. Хорошо. Все, все, мы будем на улице. Что они от тебя просят? Деньги. Какие деньги? Тебе не обязательно знать.
Будь осторожен, бизнесмен. Не твое дело. Сам все знаю. Вставай, пойдем. Еще с Самирой должен встретиться. Дильноза, привет, как ты? Прости, что не ответил на звонок. Без звука был, оказывается. Ну? В чем дело? Что с тобой? Что случилось? Скажи в конце до концов. Говори! Это... Это так легко, что ли? Что с парнями нет, вообще происходит? Нет, вы все ты одинаковые. Неправильно поняла. Слушай, откуда ты взяла эти фотки? А какая уже разница? Да чтоб ты был проклят. И тебе желаю стать такой же игрушкой. Постой! Дильноза! Дильноз? Приди в себя. Сестра! Сестра дома с чужим мужчиной, Фирус! Все, успокойся. Все, послушай меня. Все, приди в себя. Сейчас же поедем ко мне, хорошо? Пойдем. Ага. Ты позвонила Рамизу? Дома позвоним, хорошо? Все. Ага. Не понял, куда же она пошла? Может, домой зашла?
Да, спасибо, мама. Не волнуйтесь. Чтоб шахрёр сам старался, сегодня даже на работу не вышла. Да почему мучается? Он же совсем взрослый. Да, сейчас сам придет, поговорите. Да нет, мам. Не волнуйтесь, все хорошо. А, вот и он. Шахрёр, это мама. Шахрёр? Алло, мам? Сейчас, он попозже перезвонит. Ладно, мамочка, берегите себя. Хорошо. Шахрёр? Вот черт, куда же я положил? Ты не это ищешь? Да блин, сестра! Какое ты имеешь право ковыряться? Нельзя, что ли? Ты же мой брат родной. Дай мне деньги. Меня на улице ждут. Дай. Где ты их взял? Это не мои деньги. Их на улице ждут. Дай. Не ври. Зачем ты врешь? Это те деньги, которые вычислены из счета компании. В тот день ты притворился дураком и все навалил на меня, да? Ты думал, что я не узнаю? Много говоришь. А ну дай. Да ты, оказывается, бессовестный вор. Ты не стоишь страданий наших родителей. Да, мы должны увидеться с тобой. Приедешь в офис? Нет, не смогу. Зачем тебе такая сестра? Она не оставляет тебя в покое. Бабушка! 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 Не пугайте меня! Что? Что с вами случилось, бабушка? Может быть, мы переедем в более большой дом? Откуда мне взять большой дом? Эй! Ты, значит, жив? Пойдем, Самира, нам нужно поговорить. Слушай. Пусти, сказала! Ты не вмешивайся!